Stars. Всякий раз, когда вижу пост про потерю второго носка, вспоминаю историю из моего детства. Утром сижу на диване, наблюдаю за отцом. Тот ползает на четвереньках по полу, заглядывает под шкафы и кровать, шевелит усами, как таракан, вопит благим матом: носочек потерялся, в детсад опоздаем, на работу опоздаем, все пропало. При этом один носок зажат в кулаке, второй одет на ногу.